кухня – это то место, где мы проводим большую часть нашего времени. Именно поэтому она должна быть красивой, удобной и функциональной. Попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при выборе кухни и к кому в нашем городе можно обратиться, чтобы вам помогли сделать правильный выбор. На сегодняшний день различные магазины и салоны нашего города предлагают огромный ассортимент самой разнообразной мебели. Иногда бывает весьма сложно сориентироваться в таком количестве вариантов, особенно если выбор касается кухни. Стиль классический или современный, фасады из массива дерева, пластика или пленки, многообразие фурнитуры – здесь просто не обойтись без совета профессионала. Сейчас достаточное количество материалов, и смысл в том, что во всей этой куче материалов, да, порой некогда разбираться, да, вот клиентам, а мы во всем этом, в общем-то, поскольку на этом специализируемся, знаем, как лучше сделать, то есть из какого материала, чтобы, допустим, заказчик поставил ограничение по цене, например, там 100 тысяч нужно уложиться, да, и есть, соответственно, помещение, да, в которое нужно встроить кухню, и мы работаем с этим. Виталий Болотов – дизайнер мебельного салона «Ника», так что он прекрасно знает, как воплотить самые нереальные фантазии во вполне реальные формы, причем сделать это максимально качественно и в тех ценовых рамках, которые определил заказчик. Здесь могут изготовить любую корпусную мебель по вашим размерам, но специализируются все же на кухонных гарнитурах. Сотрудничество с крупными мебельными производствами России позволяет не ограничивать заказчиков в выборе материалов. Здесь можно подобрать как бюджетные варианты, так и кухни из материалов премиум-класса, например, из массива дерева. Мебель из массива – это отдельное вообще, скажем так, направление, в принципе, потому что из мебели из массива чаще невозможно практически сделать кухню в стиле модерн, хотя в последнее время достаточно часто вы можете слышать или читать про неоклассику, да, она, то есть даже фасады из массива комбинируются с гладкими глянцевыми там, белыми фасадами других оттенков, там, молочный или ванильный. Но это больше, конечно, экспериментальные все вещи. На самом деле кухни из массива, они созданы для того, чтобы создавать кухню в классическом стиле. С возможными вариантами оформления кухонного пространства можно познакомиться в выставочном зале салона «Ника», где представлено несколько моделей в разных стилевых решениях из различных материалов. Те модели, которые здесь стоят, да, они не просто там из головы сделаны, да, они это результат многолетней работы. То есть здесь я учитываю различные пожелания, потому что кто-то хочет мойку угловую, кто-то с прямым углом, кто-то с трапециевидным углом, кто-то по прямой, кто-то хочет, чтобы большое было расстояние до плиты, кто-то маленькое, кто-то духовой шкаф сверху, кто-то снизу, кто-то закрывать пенал так, сяк. И всегда это я стараюсь отображать на образцах. Варианты фасадов и материалы, из которых будут сделаны столешницы, можно выбрать по представленным в салоне образцам. Также здесь для вас подберут качественную фурнитуру, однако качественную не значит дорогую. Мы исходим из того, из понятия, у нас даже в компании есть один из принципов, это принцип экономии. То есть мы всегда рассматриваем любой проект, который выполняем с точки зрения экономии. То есть если здесь не нужно переплачивать, да, то это значит, это не требуется, соответственно, мы заказчика не ведем по пути там, на нагнетание вот этого всей суммы заказа. Mm-hmm. Вот. И используем чаще всего китайских производителей, да, заводская фурнитура, а на самом деле сейчас это очень достойный конкурент европейским брендам. Несомненно, важным этапом является визуализация. Виталий пользуется для этого специальной программой, в которой можно в том числе и подобрать цвета. После этого дизайн-проект печатается, ламинируется, и заказчик уже имеет четкое представление, как будет выглядеть его будущая кухня. Кстати, в этом году в мебельном салоне «Ника» появились новые удобные условия для клиентов. Рассрочка платежа без банков и переплат, предоплата составляет всего лишь 30% от общей суммы заказа, а замер, разработка дизайн-проекта, доставка и монтаж абсолютно бесплатны. Такое маркетинговое решение было в свое время принято, потому что везде процентовки, да, идут на монтаж 5, 7, 10%. Человек всегда держит это в голове, это мешает ему работать. Для меня, как для дизайнера, основная задача – это предложить найти то решение, которое является идеальным для каждого конкретного заказчика. А когда человек думает о деньгах в основном,
то это сложнее гораздо сделать. А когда мы говорим, что монтаж в подарок, человек уже не думает о стоимости монтажа, стоимости замера, стоимости там, проектировки. Мебельный салон «Ника» скорее напоминает уютный дом, в который приходишь как в гости. Детей здесь обязательно встретят с сладостями, а взрослым предложат различные напитки. Однако самое главное, что именно здесь учтут все ваши пожелания и подарят возможность обладать кухней вашей мечты. Такими же прочными, как кирпичи, могут быть зубы. А кто из нас не мечтает о крепких здоровых зубах и ослепительной улыбке? К счастью, достижения науки и медицины продвинулись настолько далеко вперед, что опытные стоматологи могут позволить себе посоревноваться с природой в создании идеальной улыбки. Я предлагаю посмотреть, как они это делают. Сегодня в мире нет людей с абсолютно ровными зубами. Улыбки актеров, звезд шоу-бизнеса, американских политиков есть не что иное, как виниры. Тончайшими фарфоровыми пластинками замещают внешний слой зубов. Вся процедура напоминает работу ювелира. Выбор специалиста, к которому обратились мы, не случайный. Стоматологическая клиника «Жемчужина» – одна из передовых в нашем городе. Ее уникальное оборудование позволяет делать протезирование зубов всего за несколько часов. Благодаря компьютерной технологии CRX 3D – восстановление и протезирование зубов стоматология вышла на новый уровень. Она настолько эффективна, что многие ученые называют ее технологией 22 века. При помощи этой технологии, CAD/CAM-системы, при помощи этого оборудования производство немецкой фирмы Сирона, которое называется оборудование CERAC, мы вам можем изготовить эти зубы в течение пару дней. То есть всю вашу улыбку поменять, сделать ее идеальной. Поменять форму зубов, поменять цвет зубов, сделать так, чтобы вы улыбались. Особенно важно, что применение безметалловой керамики не требует сильной обточки зуба. Зубы будут обтачиваться минимально. Это вот если говорить о передних зубах, вот я стрелкой показываю на компьютере. То есть они будут обтачиваться только вестибулярно, то есть наружная часть, минимально. И внутреннюю часть мы трогать не будем. Где-то до 0,3 мм будет обточка ваших зубов в пределах эмали. Сегодня это самая популярная в мире система компьютерной реставрации зубов. Процедура занимает несколько часов. Сначала производится съемка камерой, а затем информация передается на компьютер, где в течение 15 минут происходит моделирование зуба. Точность такой съемки позволяет идеально повторить его поверхность. Ваши зубы мы отсканировали. Обточили, отсканировали, перенесли сразу в компьютер. Вот она в 3D-модели. Мы начали моделирование с боковых зубов. А потом уже перейдем на передний отдел ваших зубов. И вместе с вами вы даже сами можете поучаствовать в моделировке, в дизайне ваших же зубов. Посмотреть, где вам больше нравится и какие. И вместе с вами будем моделировать ваши зубы. Добиваться идеальной улыбки. Вместо пломб – керамические вкладки. Даже если зуб сильно разрушен, то его можно полностью восстановить с помощью винира. Существуют разные блоки по цвету, по форме и размеру. Подбираются они индивидуально. Если у традиционных видов протезирования, то есть изготовления коронок, там определенный срок службы, там по разным показаниям, от 3 до 5 лет и так далее, то у этой технологии нету срока службы. То есть нету срока того, что можно сказать, то есть в течение этого времени надо поменять. Как бы здесь долговечный вид протезирования. Поэтому можно сказать, что поставили, сделали и забыли. Самое главное преимущество этой технологии заключается в абсолютной точности. После съемки 3D-камеры и моделирования конструкции компьютер связывается со шлифовальным блоком по радиосвязи и под контролем программы выпиливает и вышлифовывает покрытие будущего зуба. Фарфоровые виниры имеют ряд преимуществ по сравнению с другими методами косметологической стоматологии. Именно стоматологический фарфор более точно имитирует форму поверхности зуба, а именно эмали. На них никогда не бывает пятен, и это наиболее гладкий и непроницаемый материал. Ему не страшны вино и табак, кофе и чай, поэтому можно еще раз сравнить две улыбки – голливудская, обычная. Делаем вывод. Инновационная технология реставрации зубов винирами достойна знака качества.